Ждать осталось недолго. Уже совсем скоро это здание новой школы в поселке Заречье наполнится детскими голосами. Строительные работы завершены на 70%. На 1 сентября 2024 года запланировано торжественное открытие образовательного учреждения. Стадион тоже будет. Обязательно, да. Сейчас вот как раз готовим пространство, ведутся земляные работы. Весной сделаем дренаж и, наверное, накроем все это ровным газоном. Внутри школы будут большой актовый и спортивный залы, специализированные кабинеты, библиотека, столовая. Отделение начальной школы рассчитано на 200 детей, средней на 400. Особое внимание глава округа поручил уделить организации парковки для учителей. Ну, им некуда будет деваться, они поставят свои машины, это будет мешать высадки детей и родителей. Мы такую проблему сейчас наблюдаем в Гусарской Балане. Сейчас здание готовят к финишному покрытию и внутренней отделке. Монолитные работы и установка окон завершены. У главы округа возникли вопросы к организации пространства возле школы. Место для торжественных линеек быть должно. И у строителей еще есть время это учесть. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».